смотрите, друзья, не успели мы спуститься тут на ужин, а здесь на улице прямо вот такое, можно сказать, буйство красок. Так, вишенки пьяные в бокальчиках. Так. Такое ощущение, что не затейливое такое действие, просто шампанское и вишенки. Ну что же, надо воспользоваться, раз наливают, что теперь делать-то. One other time, that's fine. Thank you. Yes, please. Gracias, señor. Salud. Yeah, thank you very much. Так, ну что же, друзья, без всяких изощрений и изысков, просто шампанское, просто с вишенкой. А, какое-то шампанское, такое-то местного разлива шампанское. Надо бы ягодку достать. Неэстетично очень. Извини. Хорошая вишенка. А ягодки есть отдельно, без шампанского. Нет. Ты не показал, кстати. Вот ягодки есть отдельно, без шампанского. Показал. Но мы сейчас воспользуемся. Сейчас воспользуемся. Ягодкой я уже съел, давай возьмем с клубничкой и с дынькой. Тут же снова, по традиции, у нас тут мексиканская еда, но мы в данном случае посмотрим на это, пока никто еще не начал этим заниматься. Как поеданием, я извиняюсь, поеданием. Пахнет, ой, остреньким. Подливки всякие. Лайм, такой маленький лимончик. Это у нас бобы. Они тут называют бобы мексиканской икрой. Так, мяско. Ананасом поджаренным выкладывают по периметру. Хорошо. Тут у нас импровизированная рулетка, я так смотрю. Наиболее существенная часть, которая крутится, вот, отсутствует пока. А так вот, что-то, значит, тут будет. Тут у входа есть такое расписание всяких развлечений, видишь, entertainment. И вот у них с утра расписано на неделю, видите, значит, с понедельника до воскресенья. 10, 10, 10, 11, 12, 12, туда вниз еще ушло. Для взрослых, отдельно для деток. И вот шоу, которое вечером происходит. А вот это приспособление выглядит как столик для карточной игры. Причем, так вот, думаете, это тут, чтобы бильярдные шары гонять? Нет. Это чтобы поставить стаканчик с дринком, с напитком. Вот. Чувствую, нас вечерком сегодня. Тут будет азартно. Сегодня уже пятница, друзья. Быстро пролетела неделя. Завтра суббота, и мы возвращаемся домой. Где-то у нас часа в 4 самолет вылетает. Так что мы, в общем, полдня еще будем тут, а потом поедем. И вот я так уже приметился к закату, примеряюсь вот так. Встал, думаю, сейчас где-нибудь будет красивый закат. Наш последний закат в Пуэрто-Вайарте. И мы заснимем его на память. Еще несколько минут, и солнышко совсем сядет. А пока что вот мы смотрим на то, что есть. День такой, я бы сказал, в облачках небо. Итак, дымка туманная, может быть, даже закат от этого будет более таким навороченным. Посмотрим.
посмотрим еще чуть-чуть. Ну что же, солнышко, может быть, не село еще за горизонт, но село капитально за тучку. Там какое-то плотненькое такое пространство. Вот, собственно, и весь закат. Мы ожидали, может быть, чего-то более яркого, но примем то, что по факту у нас имеется. Прямо у вас на глазах последние лучики. И нет больше солнышка. Так что мы направляемся в сторону субботы. Счастливо. Сашенька, расскажи, пожалуйста, что у тебя на тарелочке и что у тебя за ужин сегодня? Вот это пицца с сыром и мяском. Так. Тут мама говорит, это равиоли, я еще не пробовала. Равиольчики такие маленькие? Да. Так. А вот тут соленый огурец, то есть, ну да, соленый. Вот тут прячется. Так. Тут помидоры, перцы, листик, огурчик. Очень и healthy. Я думаю, это корнчипс. Да. Корнчипс, только скажи. Очень healthy все. Кукурузные чипсы. Ну, ты проголодалась? Да, очень. А что ты делала сегодня, в течение дня? Из-за чего ты проголодалась? Мы на море плавали, и в бассейне плавали. С мячиком или как? Да, и с мячиком. И с мячиком, и без мячика. Ну, то есть была нагрузка физическая? Да. Но ты знаешь, мы завтра уже уезжаем. Ну, хочется домой уже, или ты бы еще побыла здесь? Я бы тут весь год была. Правда? А как же в школу? Ну, жалко, что тут школы пальмы нету. Да. Ходила бы в мексиканскую школу. Но я бы хотела, чтобы была мексиканская пальма. То есть хотела совместить как бы школу. Но ты любишь ведь школу, да? Лос-Алтовскую школу и мексиканский курорт. Друзья, Саша проведет небольшую экскурсию к шоколадному прибору. Давай. Вот этот прибор, это все шоколад. Такой шоколадный, слушайте, пахнет шоколадом, ой, я прям рядом стою, все переливается. Так, давай. Берешь палочку. Берешь палочку. Ты что хочешь. Берешь на нее дыньку. Так. Зацепи покрепче, а то она сладенькая. Дынька, давай. Оп. Еще давай. Хорошо. А тут еще можно маршмеллоу. Маршмеллоу, давайте. Окей, давай. Так. На тарелочку, хорошо. Видите, Саша вооружилась фарточком таким, салфеточкой, так, чтобы не испачкаться. Давай, дынька. Давай. Так, давай. Так. Больше не будут. Больше не будем. Все, тогда пошли потихоньку. Пойдем. Они больше не будут грязниться. Да, а то бывает, что испачкаешься на этом деле. Надо сказать, друзья, что имея на тарелке три таких предмета, можно очень легко превратиться в маленького поросенка. Я правильно говорю? Нет. Нет, это значит, что мы не будем. Но я говорю, что есть возможность. Поэтому надо кушать с предосторожностями. Какие предосторожности, Саша, первое? Помыть руки. Помыть руки, надеть салфеточку. И такую салфетку. И кушать над тарелкой. Да? Наклониться над тарелкой, а не наоборот. Ну, давай. Посмотрим, как у нас пойдет оранжевая дынька. Стой. Хорошо. Давай. Оранжевая дынька. Как, целиком прям всю дыньку? Оу. Ой, я. Как идет? Нет. Понял.
написал. Что важно, друзья, если с вами смотрят нас дети, скажите детям, чтобы они пальцем вот это с тарелки не вымазывали и потом в рот. А чтобы они ложечкой это делали. Так, Саша, давай. Это маршмеллоу. Маршмеллоу. И, кстати, там были розовые маршмеллоу тоже. Тоже были, да. Маршмеллоу – это такие несладкие зефирки. Да? Ты знаешь, что такое зефир? Что такое зефир, знаешь? Да. Так. Ням. Ням. Хорошо. А можно в этом месте вместо ням сказать ями? Ями? Да. Ями-ями. Ями-ями, хорошо. Заодно учим английский. Так, Саша, давай не будем палочкой возить. Теперь еще один момент, я тебе скажу, Саша. Вот когда ты берешь, да, палочку с дынькой, надо брать палочку и наклонять, а не так вот, как ты первый раз взяла, и дынька могла слететь оранжевая вместе со всеми шоколадными привабахами и улететь в сторону. Так, ложечкой, вот смотрите, как она. Не то, что какая-нибудь другая девочка пальцем бы взяла. Так, ну что, мы более-менее готовы или как? Хотя, наверное, хочется пальцем, Саша, вот скажи, хочется пальцем в тарелке? А хочется взять тарелку и облизать языком? Ну, не знаю. Нет? А пальцем хочется? Ну, пальцем легче. Легче, да. Так. Ну что же, ладно, я думаю, Саша, наши зрители, многие... Вместе с тобой получили удовольствие. Но вообще вкусно, так ты не сказал. Очень даже вкусно. А? Вкусно, вкусно. Всего брат. Да, главный элемент пулевки. Всего брат, да. Установлен. And I'm gonna go. Люди делают ставки. Все по-серьезному. А тут у нас картишки. И здесь тоже народ веселится. Так вот мы и прощаемся. Пуэрто-Вальярта.